Welcome to Lesson 10. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Рад приветствовать вас на первом практическом уроке по теме Present Perfect. Сразу скажу, если вы хотите тренировать использование слов-подсказок, ну, таких как ever, never, just, already, yet, recently, lately, for, since, то вам сразу на следующий урок. Ссылка в правом верхнем углу, как всегда. А в этом уроке мы потренируемся использовать утвердительную и вопросительную форму Present Perfect. Если вы сделаете второе задание полностью, то наверняка придется вспомнить и отрицательную форму. В первом задании поставьте, пожалуйста, глагол в скобках в Present Perfect. Ну, разумеется, предварительно его нужно перевести на английский. Итак, первое. I, the question, в скобочках глагол отвечать. Отвечать по-английски. Answer. Получается, я ответил на вопрос. I have answered the question. Номер два. She, the window. Открывать. Открывать, глагол open. Она открыла окно. She has opened the window. Третье. They, us. Звать. Звать — это глагол call. Они нас позвали. They have called us. Четвертое. You, a box. Приносить. Приносить, приносить, приносить. Глагол неправильный. Bring. Три формы. Bring, brought, brought. Ты принес коробку. You have brought a box. Пятое. It to rain. Начинать. Начинать. Start. Получается, пошел дождь или начался дождь. It has started to rain. Шестое. We, the car. Мыть. Мыть. Это wash. Мы помыли машину. We have washed the car. Седьмое. He, the window. Закрывать. Закрывать. Close. Он закрыл окно. He has closed the window. Восемь. Jenny, the door. Запирать. Не путайте с глаголом закрывать. Запирать на замок. Глагол lock. А Jenny закрыла за... Затворила на замок дверь. Jenny has locked the door. Девятое. The girls, the museum. Посещать. Посещать по-английски будет visit. Девочки посетили музей. The girls have visited the museum. И десятое. John and Sophie in the garden. Помогать. Помогать по-английски help. Соответственно, Джон и Софи помогли в саду. John and Sophie have helped in the garden. Кстати, заметили на экране картинки с надписью «Подписаться» и по-английски «Subscribe now». Это кнопки, выбирайте любую и нажимайте. Так вы подпишетесь на мой канал и всегда будете в курсе моих новых уроков. Задание номер два. Здесь все банально и просто. Переведите следующие предложения, должны получиться вопросы. И эти вопросы будут адресованы вам же. После того, как у вас получились вопросы, ответьте на них полностью. То есть, дайте не краткий ответ, а полный. И напишите, пожалуйста, свои ответы в комментариях к этому видео. Я обязательно проверю и вышлю свой ответ каждому из вас. Да, не забывайте, что если видеоурок вам понравился, вы можете поставить лайк. Кто не знает, напомню, это большой палец вверх под видео. Так я буду знать, что видео вам понравилось. Спасибо. Итак, приступим. Первое. Вы принимали сегодня душ? Have you taken a shower today? Вы читали сегодня газету? Have you read a paper today? Третье. Вы занимались сегодня английским? Have you studied English today? Четвертое. Вы смотрели сегодня телевизор? Have you watched TV today? Пятое.
Вы пили сегодня кофе? Have you drunk coffee today? Шестое. Вы отправили сегодня почту? Have you sent any mail today? Номер семь. Вы встретили сегодня друга? Have you met a friend today? Восьмое. Вы смотрели сегодня фильм? Have you watched a film today? Девятое. Вы написали сегодня что-нибудь? Have you written anything today? И десятое. Вы выучили новые слова сегодня? Have you learned new words today? На этом все, дорогие гости. Не забывайте, что красные и желтые кнопки на экране ждут, чтобы вы на них нажали и подписались на мой канал. Жмите на subscribe. Это по-английски означает подписаться. А я с вами прощаюсь, но ненадолго. Уже в следующем практическом уроке будем тренироваться в использовании слов-подсказок Present Perfect. Все, пока. See you soon.